В связи с установившейся теплой погодой на территории региона количество отдыхающих на реках и озерах области значительно увеличивается. Инспекторами ГИМС усилен контроль. Во время рейдов они проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды о правилах поведения вблизи водных объектов и напоминают о необходимости наличия при себе средств спасения. Проверяют соблюдение судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов, а также правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.